Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dice After. Так, сегодня я хочу что-нибудь поулучшать у себя здесь на базе. Так, нам не хватает веревок здесь, 4 штуки. И для того, чтобы сделать грядку. Так, подожди-ка, у нас тут... О, компотик сварился. Давай-ка заберем, наверное, его. Взять. Отлично. Так, для того, чтобы сделать грядку, нам нужно... Так, трава, древесина, камни. Опять же, это глина. Для этого нам, наверное, придется с тобой сделать сегодня вылазку. И не одну. Так, ну ладно, глина, предположим, у нас есть. Инвентарь у меня, как всегда, забит. Неужели еще надо будет делать ящик? Что, скорее всего, вероятней. Так, древесина есть. Нужны, значит, по большому счету камни и трава, потому что с травой у нас проблемы. А чтобы сделать ящик, нам нужно... Так, подожди, трава и древесина? Ну ладно. Здесь у нас есть трава, здесь у нас есть древесина. Мы с тобой сделаем сейчас ящик. Деревянный изготовить. Так, зачем мне два ящика-то? Хорош. Грядку же еще нужно сделать. Так, не хватает камня и глины. Камень у меня вроде бы здесь где-то лежит. И, кстати, глина тоже. Ну, глина есть, подожди-ка, а с камнями? С камнями проблема, что ли, я так понимаю? Блин. Так, ладно, что тут у нас? Зачем я два ящика сделал, блин, а? Так, давай-ка мы, наверное, его сюда поставим. Развернем. Вот так вот, сделаем здесь. Надо, кстати, пол уже как-то делать, потому что... А, ящик можно еще и снаружи поставить. А вот здесь, интересно, можно его влепить? А-а, на этой клетке нельзя. Ладно, сделаем тогда здесь. Все, ребят. Сейчас я весь хлам лишний выложу в эти ящики, чтобы он нам действительно здесь просто не мешал. Например, вот это, вот этот. Так, древесину, уголь, траву. Значит, нам нужен камень. Так, шмотки какие-то выложим с тобой. Так, трубу, наверное, я возьму с собой, хотя... Нет, я возьму трубу, а биту тогда выложим. Все, погнали. Погнали мы с тобой за камнями. Ну и по возможности, наверное, все-таки надо будет пособирать травы. Ее мало. В таком случае и древесина тоже не помешает, согласись. Ладно, давай определимся, куда... Что тут за загрузка? Да не надо мне ваших подарочков. Так, а для того, чтобы шерифа нам навести, нам нужно вышку прокачать. Ну что, давай сюда тогда ломанемся. Че нам терять? Бежать? Беги давай, родной. Выносливости у нас пока хватает. Я не знаю, будет ли она прибавляться со временем. Мне кажется, не будет. На отдаленные, как говорится, территории нам придется с тобой, скорее всего, ехать на машине. Но для того, чтобы ехать на машине, нам нужно ее починить. А чтобы починить, нам нужно очень много всяких там элементов. Очень много элементов. Так, вот, кстати, трава. Не забываем, что локации эти постоянно обновляются. Так, тут даже, смотри... Даже металлолом на место возвращается. Слушай, ну тогда это круто. Только вот я что-то не вижу зомби здесь или нет. Да, вон они шоркаются, видишь, наверху. Куда же без них-то? Значит, нам нужен камень с тобой. Это первоначальное. Так, тихо, давай вот здесь это разобьем. Вы сказали, что Frostborn тоже, да, прикольная игра, и там можно ходить толпой. Ребят, я в ближайшее время скачаю эту игру, и мы посмотрим, что она из себя представляет. Так, свинопас. На! Так, ребят, скоро у меня труба сломается, шапка уже сломалась. Плохо. Так, забираем шкуры, забираем с тобой животный жир. Так, и дальше бегаем с тобой. Можно, конечно, из пистолета пострелять, в принципе. Так, нам нужна будет еще глина, я помню. Глина, трава, опять же глина.
Можно, конечно, поставить на автосбор, ребят, но он тогда будет здесь собирать, а его в любой момент может любой зомбарик схватить за задницу. Нам это нужно? Конечно же, нет. Поэтому лучше здесь бегать самому. Так безопаснее. Так, 13 камней уже, да, у нас насобиралось. Плюс сколько глины? Сейчас посмотрим. Уровень, ребята, скоро, кстати, мы получим. Так, инвентарь пока еще нормально, ребят. Есть местечко, поэтому давай собирать. Там вот ящики, я так понимаю, ящики тоже обновляются. Хотя это можно проверить. Сейчас мы с тобой так и сделаем. Что тут у нас? Кто-то ходит? Какой-то зомби? Ну, конечно же, ну, конечно, ну, как? А вот и все, ребят. А что ты... Не понял я, почему... А нафига мне тогда такой пистолет, который не можно, нельзя применять? Ребят, что за бред? Ну вот, ты взял его в руки. А до этого ты... Трындец какой-то. Он был здесь, в дополнительном кармане. Я почему-то, ребят, не мог его использовать. Ой-ой-ой-ой, тут ползающий зомби. На! Все, что ли? Одного выстрела было достаточно. Пробирки эти тоже непонятные, ребят. Так, ой, ё-моё. Я этого Марва сейчас, ребята... Тьфу. Марва я... Да ё-моё, видимо, услышали, да? Башка на вылет. Вот так вот ему и надо. Ой, еще один тут. Слушай, ну этих вообще с одного удара, ребят, сносим. Пфю. Ну это же круто. Тогда, по идее, я могу здесь все залутать. Все ящики. О-о-о-о, бежит, ну-ка. Этому три выстрела нужно сделать, чтобы, ребята, его ухоркать. Так, тряпка. Ну, для тряпки у меня, к сожалению, места нету. Где еще он? Опа. Так, припрятано, да, что-то? Это сокровище, ребят. И, по-моему, здесь... В тот раз мы то же самое делали, да, и этот сундук здесь был. Ух ты. Селитра. Можно сделать дымовуху, но лучше порох. Согласен. Но чтобы сделать порох, нам нужно с тобой... Ну, во-первых, взять его, селитру эту. А здесь выкинуть надо что-нибудь, потому что клочок карты сокровища в ущелье, я думаю, нам пригодится. Выброшу я, наверное, шкуру. Со шкурами тут, я думаю, проблем особых не будет. Хотя, ты знаешь, сейчас их нет, проблем этих, а дальше они могут быть. Ладно, давай посмотрим, что еще у нас тут. Ягоды я пока собирать не буду. Единственное, что надо, это, наверное, перекусить. Так, вот еще один ящик. Да ё-моё, чтобы до него добраться, нужно вот так вот все здесь это оббежать. Так, металлолом. Это что там за зомби у нас стоит? Лопушок? Лопушок. Ой, ё-моё. Как же ты, гаденыш, мне достал, а? Джорджи. Вечно ты лезешь. И вечно не вовремя. Так, а это типа, ребята, вот. Доступен новый чертеж. Верстак. Вот, кстати, с верстака, друзья мои, по-моему, начинается у нас крафт, да? То есть, веревка. Веревка нам нужна. Кстати, я помню, что она нам нужна для чего-то. Твою налево. Вот что мне делать? Выкидывать камень? Или кожу выкинуть? Или гвозди? Гвозди нужны, в принципе, древесина. Давай-ка я, наверное, компот весь выпью. Почему-то я его не взял. Почему ты его не... Где? Блин. Все время забываю, что нужно отойти. Отойти от сумки. Вот так вот сделать. Теперь выпить весь этот компот. Вот так вот. Теперь забираем. Вяленое мясо, кстати, тоже очень питательное. А мы сейчас, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Возьму мясо. Схаваю его, естественно. И заберу кожу.
Вот таким вот образом. Ну, в принципе... Ага, бежит, бежит за мной, да? Конечно, гладранец. Пошел прочь. Нет, не хочет уходить. На тогда тебе пульку в лоб, и все пройдет. Ну что, 10 уровень, это, ребята, очень даже хорошо. Это меня, честно говоря, очень радует. Тем более мы с тобой можем верстак делать. Единственное, чего нам нужно будет сделать с тобой, скорее всего, так это построить пол, для того, чтобы хотя бы это можно было бы куда-то поставить. Потому что все там у меня забито ящиками. Слушай, подожди, пол. А мы его вообще умеем делать или нет? Что-то я не помню, чтобы мы с тобой могли заниматься этим крафтом. Ладно. Сейчас мы сбегаем с тобой домой и там уже все проверим. Надо еще, кстати, навестить Бетти, посмотреть, что она там. Может, с ней можно будет еще разочек сыграть. Так, ладно, возвращаемся домой, короче. Ну-ка, погнали. Верстак. Ого, похоже, у меня гости. В плане. Кто у тебя в гостях? Я не понял. Без нашего ведома. Ну, вообще-то, Бетти у нас и была. Да, ребят, я могу дальше играть с ней. Ну-ка, давай попробуем здесь. Опа, симпатия 3, отлично. Она радуется, отлично. Так, давай теперь попробуем вот это. В плане. Опа. Симпатия 6. Ну-ка, давай дальше. Тут осталось совсем немножко, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ничего страшного. Так, угадали. Еще 5 раз. Давай. А почему-то одна карта иногда переворачивается сама по себе. Да чтоб тебя. Ох ты, друзья мои, ты посмотри-ка. Пока я раскладываю, давай поболтаем еще немного. У меня новостей очень много. Пойду испеку тебе что-нибудь. Простую тыковку, например. Так, подожди, давай-ка я еще попробую сейчас, ребят. Ну-ка. Нет, не попал. А симпатии всего лишь 300. Общее количество 300. Я не знаю, что будет, когда у нас будет по максималке. Может быть, мы с ней пойдем на свидание. А было бы неплохо, да? Так, ну что, последний у нас, ребята, подарок. Давайте мы... Ага, неудачно. Так, новые навыки у нее, да? Повышается грядка, скорость крафта на 10%. Вот такой вот она мне дает бонус. Только я не понял того, какие гости у меня. Он когда зашел, сказал: кажется, у меня гости. Ладно, сейчас мы сделаем с тобой грядку для начала. Пора уже ее изготовить. Только не говори, что у меня древесины нет. Не надо мне вот сейчас вот втирать, что у меня нет древесины. У меня всего этого хватает. Единственное, что вот надо... Так, веревка нам нужна, жир я выложу. Кожу, наверное, тоже выложу, да? А давай посмотрим. Вот, грядочка, друзья мои. Так, грядка создана. Теперь надо определиться, куда мы ее поставим с тобой. Сколько она вообще занимает места? Ага, вот так вот. Если мы с тобой, например, будем расширять дом, я думаю, грядка нам нужна где-нибудь подальше немножко, вот здесь. Пускай стоит. Так, ну что, грядка у нас готова. Забираем с тобой опыт. Так, и давай посмотрим, как у нас это все работает. New. Карта сокровищ. Немножко не понял. Так, погоди-ка, карта сокровищ. Где-то вот здесь, что ли, у нас сокровище? Воу-воу. Смотри-ка. Прям на базе у нас. Ё-моё, найдите сокровище на локации дом. Ёк-макарёк. Так, я надеюсь, этот сундучок никуда... Еще не все сокровища найдены. Да, понятно, еще не все найдены, потому что мне надо выложить. Так, это выложим, селитру. Так, у меня, по-моему, там еще один сундук. Вот он, пустой.
Так, выкладываем гвозди. Так, 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 так. И вот так. Просто надо, ребят, забрать все, что там лежит. Фиг ее знает, вдруг оно потом исчезнет. И будешь локти кусать. А тут смотри, бейсбольная бита. О, микрочипы, все дела. Хоп, сундучок взял и исчез так бодренько. Так, забираем здесь с тобой. Мастер на все руки. Починить гостевой домик. В плане починить гостевой. Никогда бы не подумал, что я так буду рад тыквенной каше. За рецепт спасибо моей бабуле. Помню его еще с тех пор. Заканчивается вода, пригодная для питья. Хорошо, что я смотрел то ТВ-шоу про выживание в дикой природе. Базара нет. Хорошо, что ты смотрел. Так, наверное, мы с тобой выложим вот это вот. Для смотровой вышки что нам нужно, ребят? Блин, веревка, веревка нам нужна. А если мы сделаем с тобой верстак, можем вообще позволить себе верстачок? Что для этого нужно? Твою дивизию, тут дофига чего нужно, ребят. Кожевня. Древесный уголь. Водосборник. Ткань нужна. А где мне уголь взять? Так, почини гостевой домик. Что-то я немножко не догоняю. Гостевой домик мы с тобой уже сделали. Почему я должен его опять чинить? Это же в нем именно находится Бетти. Ведь так? Это же гостевой домик. Или что? Или вот это вот. Так, тут нужна ткань, бивни. Ё-моё, бивни. Ну это ладно, бивни найдем. Остальное-то где все искать? Здесь тоже непонятно, где это все найти мне. А тут, ну, верстак нужен по любасику, ребят. Но прежде чем делать верстак, я все-таки должен сделать вышку. Не хватает этих чертовых веревок. Одна веревка где-то у меня здесь лежит, я помню. В каком-то из ящиков веревка должна быть. Так, ну-ка. Кстати, у нас есть будет ткань. Ткань, по-моему, для какого-то. А, вот, ребята, песик-то. В тот раз я его найти не смог, а вот он, оказывается, лежит здесь. Значит, нам с тобой нужно сделать овчарню. Псарню, точнее. Гвоздик. Гвоздик я возьму. Гвоздик мы с тобой здесь уж как-нибудь-то надыбаем, да? Ну-ка. Псарня. Изготовить. Так. Псарня создана. Как это все выглядит? Как это псарня... Это... Вот так вот выглядит псарня? О, друзья мои, это... Прям целый... Я не знаю, как... Ладно, да ё-моё, ну что ты... Давай, ну давай здесь поставим, фиг с ним. Пускай, ребята, здесь стоит. Так, псарню... Я не могу понять. А, вот, надо было здесь вот нажать, ребят, все. Все, я думаю, что оно тут мелькает. Так, улучшить смотровую вышку, это я все понял, сделаем. Так, вначале я хочу... Мне еще нужно ее сделать, что ли? Для собак и прочих друзей человека. Мне еще нужно ее сделать. Короче, нужно 4. Так, петли есть, мех есть, древесина есть. Сейчас мы, кстати, с тобой сразу сюда засунем древесину. Так, петли. Точнее, металлолом. Так, шкура нужна. Так, пойдем посмотрим. По-моему, все это у меня должно быть. Так, шкуры нужны, да? Что там еще? Металлолом и петли. Так, металлолом и петли. Я точно знаю, что где-то у меня были. Вот, там как раз, по-моему, одна штука нужна, да? А ну-ка, пойдем проверим. По-моему, сейчас у меня всего хватает. Так, значит, петли, шкура и металлолом. Где? Вот он. Делаем. Псарня улучшенная. Ничего себе мы тут сделали. Так, подожди, а как мне теперь песика сюда поставить? Есть собаки, готовые к случке.
Нет, ты подожди. Использовать. Так, новый щенок. Коричневый, черный-черный и белый. Льюис. Давайте отправим на псарню, ребята, этого Льюиса нашего. Опачки, какой он маленький. Так, а что у нас вот здесь вот? Посмотрим. Так, Льюис. Собаки обессилены, а щенки не растут. Еда кончилась, погоди. Улучшить. А, это время взросления. Слушай, подожди, тут написано, что собачке нужен корм, оказывается. Это, наверное, вот здесь надо давать. Так, значит, можно мясо, окорок. Вот теперь я теперь понял, для чего нам, ребят, нужно мясо. Ну, как бы и для нас, естественно, оно нужно, но... Тыквенные семечки пока мы можем с тобой высаживать. Сейчас я посмотрю насчет мяса. Блин, что-то я по поводу мяса не совсем уверен, что оно у нас есть. Нет, есть два кусочка мяса. Так, что еще там нужно? Что еще там нужно? Мясо мы сейчас с тобой песику дадим. Уголь, кстати, уголь у нас древесный есть. 8 штук. Теперь у меня из головы улетело, зачем нам уголь? По-моему, для... А, изготавливают деревянные доски. Вот что делает у нас, ребята, верстак. Я думал, что нет, не то. Так, смотри, здесь не хватает камня и древесины. Кожевня, камня и древесины. Сейчас мы все с тобой найдем. У нас, кстати, еще и ткань здесь есть. Камень забрали. А вот с древесиной, кстати, я, ребят, не уверен, что она у меня осталась. Я ее всю профукал, получается, да? Всю профукал. Тогда выкладываем с тобой здесь все. Все, что нам не нужно. Вот это вот все выкладываем. Блин, уже забито, да, все? Там у нас есть, видел, новые рецепты. Траву выбросим. Так, уголь. Пукалку я, наверное, тоже выложу. И пойдем с тобой песику поставим еды. Малыш пускай питается. Еды осталось на 3 часа 59 минут. Твою налево. Это теперь... Теперь мне еще придется за этим всем делом следить. Как говорится, взял песика, неси за него ответственность. А тут нам не хватает веревок. Надо, ребята, отправляться за веревками. Да. Только бы знать, где эти веревки еще брать. Понимаешь, о чем я? Три веревки всего не хватает. Ладно. Пойдем сбегаем с тобой на какую-нибудь новую локацию. Так, у меня что вообще по амуниции? Шапки нету. А рубашка, ладно. Перчатки еще потертые, фиг с ним. Как-нибудь пока поживем. Слушай, давай, наверное, мы сбегаем сюда с тобой. Вот тут как раз награда, видел? Веревки, все дела. Поехали. Три веревки берем, улучшаем смотровую вышку, бежим к шерифу и смотрим, что это шериф. Кстати, ты видел? Восклицательный знак там на одном из зданий. Блин. Поспешил маленько, ладно, ничего страшного. Короче, древесина нам нужна по любасику. Ну, так же, как и камни. Кто там у нас бегает? Вепрь. Так, заберем эту шкуру. Так, оленя пока трогать не будем. О-о-о-о-о-о. Джорджи. Дуралей этот. Так, уши мы с тобой собираем, потому что нам сказали, что уши пригодятся... Для шерифа. Он будет выдавать нам определенные задания. Я, кажется, понимаю, что он будет требовать принести уши, потом что-нибудь там от мародеров достань. Что-то в этом роде. Там, кстати, вон песик стоит. Два выстрела достаточно, чтобы его, ребята, ушатать. Ну, что тут, мех? Ага. Редкий большой клык. Мне нужно три веревки. Три.
Ё-моё. Ну, это, кстати, тоже неплохо. Лут довольно такой, достаточно редкий, ребят. Ну, по крайней мере, сейчас для меня. Дальше уж там не знаю. Так, тут слишком много зомбарей, я смотрю, да, ходит. Вот, ребятушки, и веревка, и питье. Сейчас мы с тобой, наверное... Кто там рычит? Разрычался. Схавали. Так, теперь еще и попьем. Потому что, ну, жажда у нас все-таки тратится. Так, раз, два, все. Пистолет очень, ребята, быстро заканчивается. Ё-моё, олень, ты... Ты действительно олень, ты меня пугаешь. Нормуль. Все. Так, у этих говнюков же веревки могут быть, да, насколько я помню. Ну, ткань тоже нужна. Так, давай смотри здесь. Ё-моё. И ведь не знаешь, что и сделать, ребят. Может быть, вот это вот... Как мне рюкзак увеличить, блин? Рецепт сапожек. Наверное, я выкину все-таки шкуры. Вот так вот я сделаю. Топорик, топорик скоро сломается. Клык я не буду, ребята, редкий. Написали, что этот редкий клык. И мы его, наверное, оставим себе. Вот тут вот спокойненько набираешь что. Оу. Большой клык, блин. Большой клык, вот. Твою налево. Это мясо, ребят, наверное, очень питательно было бы для Джорджа. Минус. Минус, а вот, ребята, и зелебоба. Все, пистолетик я сломал. Это говорит о том, что нам пора в руки брать бейсбольную биту. Ухо. Ухо, подожди, ухо фриков, а вот здесь что? Ничего. А Джорджи, ты что-нибудь нам? Нет, ничего у него нету. Ничего он нам не оставил. Так, стоп, машину можно эту облапать. Ох ты. Так, вот эту шапку я сразу, наверное, одену. Чтобы, во-первых, место не занимало. Вот так вот. Пускай ходит. Так, кожаный ремень возьмем с тобой. И изолента. Изолента тоже нужна. Ну что, придется хавать тогда нам с тобой этот... протеин. Все, изоленту я подобрал. Так, эту машину я осматривал или нет? Нет, не осматривал. Все-таки меня раздражает, что у нас очень маленький инвентарь. Очень. Там волк. Судара. Так, еще одна сумка. Дайте мне веревку, пожалуйста. Сапоги. Изолента. Ай, блин. А у нас вообще сапоги одеты или нет? Одеты. Причем... А, двухзвездочные. Давай-ка я вот так, наверное, сменю. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Блин, Джорджа тут еще прибежал. И нам написали, что перчатки у нас сломались. Ну там, да, ребят, они... Ёпарсоте. Ну вот как это все унести, ребят? Ну вот как, а? Блин, недостаточно места. Я сюда шел за веревкой. Сколько я веревок нашел? Одну. Мне нужно три. Ладно, уходим отсюда. Идем до дому и выкладываемся. Блин, вот это вот меня удивляет. Ого, похоже, у меня гости. Где у тебя гости? Какие гости? О чем ты вообще говоришь? Может быть, я кого-то не вижу?
Блин, две веревки, а, ребят, не хватает. Что за подстава? Так, изолента сюда пойдет. Клык сюда. Рецепт с ботинками сюда. Так. Ткань тоже здесь полежит пускай. Так, ремень. Перчатки заберем, а ремень положим. Так, здесь есть место. Вот так вот сделаем с тобой. Сапоги выложим. Труба. Трубу я, наверное, тоже пока выброшу. Она мне не понадобится, ну, в ближайшее время. Ну что, одеваем перчатки. Одели перчатки. Две чертовы веревки не хватает. Ну чтоб тебе. У вас гости. Это в плане того, что у вас гости — это олень. Так, друзья мои, я прибежал в дремучий лес. Хочу здесь посмотреть, вдруг найдем здесь то, что ищем. А ищем мы с тобой... Опа! Не понял, это кто? Какой вепрь под свисток? Там мужик сидит, блин. Видишь? То ли раненый, то ли что. Песик тут у него, ну-ка. А, с ним можно поболтать. Кто здесь? Только тронь меня, сразу получишь пулю промеж глаз. Ах, кого я обманываю, я не могу даже пошевелиться. Меня тут сильно потрепало, надеялся на свининку к вечеру, а в итоге самого чуть не схарчили. Кабан уж больно матерый попался. Похоже, ты понравился, Ларри, думаю, и мне стоит тебе довериться. Слушай, помоги мне найти мою сумку с целебными травами. Ларри пес умный, он покажет тебе дорогу и в пути подсобит, чем сможет. Если не остановить заражение, то долго я не протяну. Я тут приторговываю немного, вот и припрятал кое-чего в своей хижине. Если выживу, отплачу, чем смогу. Не бросай меня тут, а? Принеси, чем подлечиться. А я тебе свой товар отдам. Согласиться. Так, опасное задание. Помни, что ты соглашаешься на опасное задание. Стоит подготовиться и экипироваться в хорошую броню и вооружиться мощным оружием, чтобы выполнить и не погибнуть. Пока, ребята, я, наверное, не буду брать. Пока. Намек я понял. Там, наверное, нужно будет оружие какое-нибудь, огнестрел. У меня он есть, но я пришел сюда без него. Я не подготовлен к этому делу пока. Хотя, может быть, и соглашусь, ребят. К делу. Так, собери эти предметы, чтобы завершить задание и помочь охотнику. Ему нужна сумка. Так, пес пошел, ребят, показывать. Я вижу, блин, что там за зомбики, блин. Так, подожди, как-то надо нахлобучить, ребята, их. Как бы меня тут, блин, не нахлобучили сейчас. Так, минус мозги. Опа, я еще одного пса собрал с собой. Прикинь. Так, мне нужны веревки. Мне две нужно было веревки, да, по-моему, найти? И я нашел. Пес еще вон дальше куда-то убежал. Сейчас, подожди секунду. Ягоды мне нужны сейчас в данный момент. Хотя бы немножко подкрепиться. Так, где там у нас пес? Да-да-да. В плане, я пошел в какую-то пещеру. Твою налево. Вот в этой пещере, наверное, будет уже действительно, ребята, у нас проблемс. Я с этой биты еще пошел, блин. Так, ну что, песик? Показывай мне, где там у тебя что. Ой! Ты посмотри, какая там свинота, ребята, ползает. Смотри. А, пес мне помогает, прикинь, он кусает. Ладно, пока есть место, будем брать с собой этот жир. И прочее, прочее, прочее. Так, песик, куда идти-то? Ты мне даже не подсказываешь.
На тебе. Да ядрен мадрен. Джордж этот вечно лезет, достал уже своей кровью, да? А нет, тряпки у него. Так, а там типа лежит. Да ё-моё. Да на тебе, паразит ты такие. Тряпки, тряпки, ребята, обязательно собираем, потому что они нам годятся. А это что еще такое? Это мне вот сюда нужно идти? Так, соберите необходимые предметы и почините лестницу, блин. Ребят, там нужна древ... Ну, твою налево. Пойдем по-тихому, по-тихому. На, голова только отлетела. Ой, это же Джорджа, блин, подожди. Сейчас я его накумарю. Песик, ты бы хоть чуть-чуть бы мне как-то помогал, я не знаю. Ой! Да ну! Уходим! Так, а у меня есть чем перекусить? Зачем, блин, я вышел отсюда? Да, ребята, я что-то, честно говоря, надо было, блин, бинты мне брать. А если я откажусь от этого задания, оно исчезнет или нет? Короче, побежали, короче, до дому, сбегаем. Потому что я веревки нашел, соответственно, я могу сейчас сделать смотровую вышку. А потом, наверное, я все-таки вернусь сюда. Единственное, что я тебе хочу сказать, ну, останется ли это задание? Возьмем с тобой броник, да, возьмем с тобой пистолетик, бинты, еды, и с этими волчарами я разберусь. Ну-ка. Да, две веревочки, ребята. Ну что же, смотровая вышка улучшена. Готово. Так, что тут дальше? Ее можно улучшить дальше. Но пока я не буду. Так, металлолом выложим. Это жир, все это. У нас еще один песик. Блин, все ящиками что ли заложить здесь? Я не знаю, ребят. Я понимаю, что у меня все это вот в хаотичном порядке лежит. В некоторых сундуках даже повторяющиеся, да? Так, вот бинт, наверное, я возьму. Бинт возьму. Так, где у меня? Так, посмотрим на экипировку на нашу. Джинсы. Блин, бита подходит к концу. Рубашка тоже. Паршивенько на самом-то деле. Ну, я возьму, например, вот эту броню. Допустим, да? Бейсбольную биту я пока не буду. Вот возьмем этот пистолетик или дробовик, я не знаю, что такое. Возьмем с тобой сапоги. Сейчас мы это все экипируем. Так, сапоги оденем. Возьмем пистолетик. Возьмем с собой робу. Выгляжу как бомжара последний. Так, выкладываем рубаху. Так, воду. Песика, мне кажется, или для этого пса нужна отдельная псарня, или все-таки можно всех этих собак держать в одной псарне. Так. Вот у меня такая вот пушка. Так, ну что, по идее, должен открыться у нас с тобой шериф. Давай-ка глянем. Вот у нас шериф. Я смогу до него дойти? Могу, ребята. Шериф теперь стал доступен. Супермаркет еще, ребята, там. Так, вход. Слушай, тому чуваку, наверное, надо было все-таки помочь. Если бы мы ему помогли, мне кажется, он бы присоединился к нам. Ну и, естественно, он попросил бы построить какой-то, я не знаю, там, уголок для него. Может быть, это торговец, может быть, еще кто-то. Записка добавлена в блокнот. Посетите локацию супермаркет. Нет, я вначале посещу вот эту вот локацию. Где шериф-то тут?
Воу, он еще и не один. О, новое лицо в нашей общине. Без следов трупного разложения, с документами, однако. Ну и дышок от тебя. Ну-ка скажи что-нибудь, пока я тебе твои права не зачитал. Ладно, сойдет. Вижу, ты не из тех... Не из этих, в общем. Правила у меня простые. Веди себя прилично и порядок общественный не нарушай. Я тут за ним слежу, между прочим. Я шериф, а значит, я закон. А вот моя звезда, самая настоящая. Да, что, не веришь? Зато ствол у меня точно настоящий. Хочешь проверить? Нет, спасибо. Вижу, парень, ты крепкий, не надкусанный. А давай как нам, в защиту этого самого порядка, помощником шерифа будешь. Зарплату не плачу, конечно, но в накладе не останешься. Чего ты своей башкой мотаешь? И так вижу, что согласен. Так, на этой доске найдешь мои распоряжения. Делай, что нужно, а я подсоблю, чем смогу. Чем больше моих распоряжений выполнишь, тем круче снаряжение получишь, понятно? Понятно. Где? Вот здесь вот, да? Ну, давай посмотрим. Рейтинг шерифа. У меня 0 баллов. Ё-моё, понятно. Так, стоимость... Выбери одно из предложений. А, вот где у нас радиация-то снимается, ребята. А у меня уже радиация 98. Так, давай, наверное... А, ну тут нужно 6 ушей принести ему. Но тут я видел, еще кто-то у него стоит. Это кто еще? Здравствуй, Качета. Вижу, ты новенький. Сперва заработай себе репутацию у шерифа, набрав 20 очков рейтинга шерифа. Только после этого мы поболтаем. Почему ты все еще тут? Не трать мое время попусту. Награда за задание, прикинь, ствол. Адово пламя. 20 очков шерифа. Я, насколько понимаю, ребят, это не все так просто. То есть ему нужно, наверное, целая куча ушей фриков. Нифига у них тут, смотри-ка, турели. С лазерными наведениями. Да, ребят, хорошо тут устроились. Так, ну что, я навестил шерифа, да? Он мне дал задание. В общем, ребят, мы пойдем спасать того старика, который у нас в дремучем лесу. Хотя нет, секундочку, ребят. Какой старик, когда у нас тут еще вот сложность 3, возможная добыча. Вот сюда мы с тобой сбегаем. У нас задание посетить супермаркет. А потом уже пойдем к тому бродяге сбегаем. Вход. Так, во время своих приключений ты можешь встретить и подобрать щенка на различных локациях. Да, это я уже понял. Но нафига мне дофига щенков? Хотя, может быть, на мою базу будут нападать, и собаки мне помогут в дальнейшем. Но их кормить нужно, ребята. Кормить? Ты же видел, я там принес кусок мяса, да? А мне сказали, парень, тебе на 3 часа всего лишь этого хватит. Так, здесь я выполнил. Супермаркет. Найти 6 гвоздей. Всего-то? Блин. Ну-ка, давай жахнем. Я так... Ой! Я тебе знаешь, что скажу? Что это говно какое-то, а не пуколка, ребят. У меня радиация. И она меня травит, кстати. И, скорее всего, если я ее не починю, ну, как сказать, не починю, если я ее не вылечу, то это... Ё-моё, что такая агрессивная локация-то? Джинсы сломались. Представляешь? Теперь я голожопый. Так, надо, наверное, все-таки нам... подлечиться. Нет, пистолет как-то был поэффективнее. Эта пуколка меня что-то совсем не устраивает. Вот и Марв. Дурацкая, ребята, локация. Очень дурацкая локация. Ну как дурацкая? Да ну этот пистолет, блин. Ты будешь бегать сегодня, ходить, двигаться хоть. Заразный Остин еще тут
Заразного Остина мы убили. Так, Марва мы с тобой тоже ушатали. Что мне там на... Ё-моё! Так ты долго перезаряжаешься из этой пуколки, а? 6 гвоздей нужно найти было, да? Опа, веревочку нашли. Так, что у нас тут? Тыква. Давай-ка мы, наверное, ее съедим с тобой. Хоть в основном немножко заражение. Блин, ребят, я не знаю, заражение у меня какое-то идет. Аж 110. То есть как бы зашкаливает уже, да? У меня здоровье не отнимается, не? Ничего. Фейерверки, блин, подобрали. Погоди, а, вот-вот-вот. Вот здесь ломается. Ломай, ломай, ломай. Нам нужно найти с тобой 6 гвоздей. Не, конечно. На. Он еще прицеливается там 3 часа из этой пушки. Из пистолета он бомбил, конечно, намного лучше, ребят. Да надо же. 3 гвоздя мы с тобой нашли. Что получается, нам нужно еще с тобой 3 найти. Ага, ползет, ползет, ползет. Уходим. На тебе. Выстрелит и 3 часа думает, как бы не сбежать, ты как бы побежать. Блин, смотрите, ребята, у нас какие-то разводы тут. Видишь, как бы у меня уже не очень хорошее самочувствие, я так понимаю. Что мы там нашли с тобой? Серу или селитру, я так и не понял. Ты слышишь? Он где-то ползает. В принципе, я видел, он там в доме ползает. Что-то расчихался, ребята. Нос чешется, ай. Почему нос чешется, а? Так, а, мы, подожди, мы же здесь не лазили. Вот здесь, наверное, остальные 3 гвоздя. А-а. Так, и вот теперь дилемма. Пластик, это пластик, а не фейерверки. Наверное, нам придется с тобой использовать бинт. Взять вот это и вот это. А где же эти 3 гвоздя, ребят? Воу-в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 оу! Погоди, ребят, вы откуда? Ты со своей, блин, дурацкой пукалкой будешь что-нибудь бомбить или нет? Не, ребят, тут слишком их дохренище что-то. Да. Ты посмотри, сколько их набежало там. Да ты двигаться будешь. Ты даже зомби-ползуна убить не можешь, а? Со своей вот этой вот фигни. Мне кажется, если бы у меня была бы бейсбольная бита, мы бы здесь в разы быстрее бы с ним справились. Как ты думаешь? Вот, уши, уши надо забирать, ребят. Шериф попросил принести ему 6 ушей. Так. Вон они там ползают. На! Да крякалось. Так, 5. И еще одно ухо. И сюда, Остин. Пауэрс. Все? Блин, Джорджи стоит там. Хотел сказать, думаю, давай мы лучше пометаем. Пометаем, ага. Так, ребят, сейчас я этого Джорджа попробую вот так вот. На! Шипованная бита сломалась. Вот что я тебе могу сказать. Придется опять эту пуколку брать.
Опа, 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 это кто такой, ребят, там? Ты видишь? Так, секундочку, что у нас тут? Что такая локация-то здоровая? Заразный Саймон. Ты будешь двигаться сегодня или нет? Еще и это сломалось у меня. Зараженная кровь. Да что-то, блин, недостаточно. И что теперь, блин, выкинем вот эту бредотню. Ломай. Понятно, петли нашли. Что-то мне, ребят, подсказывает, что я иду просто в какое-то пекло. Не, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Уходим отсюда. Что-то там вообще уж больно люто. Кто ты такой, а? Это тот же Джордж, только, по-моему, ребята, он заражен. Да, сюда нужно действительно идти подготовленным. Поэтому я побежал на базу, ребята. У меня сапоги сломались, шапки нет. Так, вот это вот мы можем с тобой, да, водосборник сделать. И также мы можем с тобой сделать кожевню. Изготавливать деревянные доски. Блин, доски мы с тобой не сможем сделать, потому что у нас не хватает чего? Потому что у нас не хватает с тобой веревок. Веревки эти тоже еще нужны. И одного уха я все-таки, ребята, не нашел. Можно было бы, конечно, там поискать шестое ухо для фрика. Но, не знаю. Давай сбегаем домой. Оденем свои тряпки, лохмотья. Все оружие у меня сломалось. Лучше не придумаешь. Да, конечно, вход. Что ты думаешь еще? Давай-ка сходим сюда. Смотрим, ребят. Хлама всякого. Да, как говорится, до кучи. Вот куда мне это все выкладывать? Придется еще делать ящики. И, наверное, не один. Давай. Куда бы тебе? Сюда, что ли? Вот прям посерединке. Прям посерединке я поставил. Так, давай выкладываем здесь все. Селитру, филитру. Все, что у нас тут есть, мы с тобой выкладываем. Так. Что у нас по шмоткам? Есть джинсы. Хорошо. Есть. Нету. Дай-ка я перекушу. Кстати, где-то у меня здесь есть штука от заражения. Вот она. Две. Так, это у нас все чертежи. Это все не то, да? Вот так вот как-то. Так, джинсы. Носи. Вот, ребята, вот это вот помогает нам от заражения. С хавчиком проблема, кстати. Так, сапоги выложили. Так, вот она, эта штука. Только вот так вот мы можем с тобой вылечивать чертово это заражение. Кстати, а вот это вот, что у нас такое? Это же тоже нужно чинить. Нужен клей, три штуки. Так, изолента и медная проволока. Изолента и мелкая и проволока. Слушай, а медная проволока, я помню, где-то у нас была. Я ее находил, по крайней мере. Так, микрочип. Бинты я, наверное, с собой возьму еще, ребят. Вот биты есть. Пригодится на всякий случай.
Ну что, давай выложим. Так, значит, микросхемы. Ага. И все. Тыквенных семечек у нас с тобой нету. Так, ну-ка, что там у нас по еде? 3 часа 25 минут. Ну, я даже не знаю, ну, вот с бейсбольной битой идти туда, что ли, драться я, и с этими собаками, с прочей ерундой. Или как? Уши фриков, 5 штук. Опа, ребята, 10 ушей фриков. Так, возьмем с тобой тыквенную вот эту кашу. А питье? У меня где-то фляга была, да? Где-то я находил флягу. Вот. Флягу с водой выпиваем, водичка у нас с тобой. Так, уголь возьмем. Так, для крафта что там нужно? Водосборник. Не, вот. Так, древесина, кожа, камень. Древесина, кожа, камень. Древесина, кожа, камень. Все, разбросал. Так, камень. Древесина. Древесина, камень. Ну-ка, посмотрим. Ага, дерева не хватает. Куда я его транжирю-то, это дерево? Вроде никуда оно не тратится у меня. Почему-то его все время нету. Ну, здравствуйте, приплыл. Че, все дерево, что ли, потратил? Выкладываем опять. Ну вот что тебе делать? Мне бежать к шерифу? Или спасать мужика? Давай залечивай, залечивай раны. Или мужика спасать? Что лучше сделать, ребят? Ладно, побежали, короче, спасем чувака этого, который там отравился. А то загнется, не дай бог. Хотя, не уверен, ребята, это NPC. Где здесь он, по-моему, да, был? Баллы шерифа 120 нужно. Да, в дремучий лес. Побежали. Ох, накумарят сейчас меня, я чувствую, ребят. Волки эти позорные меня уничтожат, скорее всего. Так, а песик? А песик все там, ребята. Мужик здесь. Значит, по идее, они... Ну да, по идее, значит, кого я тут уничтожил, быть их здесь не должно. Хотя, ты посмотри, сколько там врагов впереди. Так, что у тебя там? Жир. Ты видишь, кто там, ребят, ходит? Они охраняют ящик. Джорджики и всякая прочая нечисть. Кабан на меня среагировал. Так, я вижу, ребят, клад. Ты бей ты. Да, эта бита, по-моему, ребята, вообще полная Г. Полная Г. У меня что, ничего посолиднее нету? Ты можешь просто вот так вот взять и покушать. Где? Так, здесь что-то припрятано. Лень, хорош пугать, блин, ты достал. Так, выкопали.
хоть бы, блин, шмотки и оружие. Что-то про строительство мини-домов из эко-материалов. Соломы, глины и камни. Стоп. А при чем тут поросята? Не знаю. Так, песик, ты здесь? Погнали. Возникнет проблема, не стесняйтесь, пишите нам на саппорт daysafter.com. Мы поможем. Да, ребята, эти как валяются, трупики, так и валяются. Значит, те волки остались здесь. Их там трое, да? Их, по-моему, там стая. Я с этой дурацкой дубиной должен здесь, да? Орудовать. Ну-ка. Вон он, волчара. Позорный. Сейчас со спины его. Ну, здесь разобрались. Так, шкуру заберем. Надо потихоньку идти. Лежит? Лежит. А там-то что за громозека ползает? Ребята, он зараженный, блин. Кто ты? Боб. Песик, ну. Слушай, а может быть, мы его сможем обмануть? Ну, ты понял, да, надеюсь, как? Лишь бы он меня потом там не нахлобучил. Так, здесь что-то лежит, вот. А ведь Боб бежит. А где сумка, которая мне нужна? Боб, гудбай. Аж он аж зашкаливает, у него там треск такой стоит. Стоп, стоп, ребята. Нифига тут какая большущая. Ёк-макарёк. Ты прикинь? Ты прикинь, там гризли лазит. Теперь, блин, я понимаю, почему это задание очень опасное. Ну-ка, дай-ка одному нахлобучу. С ударом вниз мозги это ему. Кабану. Так, тихо, 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 тихо. Не балуй. Пес, где сумка? Хозяин сказал тебе показать, где сумка. Так, ладно, это нам не нужно, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас они разойдутся, может быть. Тут, смотри, тут, ребята, две тоже каких-то. Ага. Замечательно. Бью на глушняк. Ой. Прочная шляпа сломалась у меня, блин. Слушай, может быть, камень выложить? Или что сделать-то лучше, а? А, куртка у нас сломалась же, да? Фига у нас не сломалась. Все для нашего песика. Где там этот вепрь? Он бегает. Хотел втихаря, блин. Втихаря не получилось. Я наношу 5-2. Песик наносит на 10 урона. Так, смотрим, что здесь. Нету, ребята, здесь никакой сумки, блин. Может быть, вот эта сумка? Так, подожди, недостаточно места, говорит. Выкинем вот эту вот парашу туда. Вот она. Смотри, смотри, наверху зомбари ползают. Вот она, сумка, ребята.
Сейчас мы ее вернем хозяину. Главное, выйти-то отсюда еще надо. Каменный топор сломался. Все, короче, у меня поломалось. Подожди-ка, я что-то не туда пошел. Вот здесь вот. Траву-то я могу собирать? Могу. Так, а вот и мужик здесь, да? Вот это вот, походу, делал наверх, где вот зомби там ползали. Это именно туда лазейка. Так, ну что, сейчас мы с тобой отдадим и посмотрим, что он там запоет. Если он ко мне присоединиться захочет, то это будет круто. Но надо будет для него, наверное. В плане, какой выход-то? Я уже вышел из локации. А где мужик-то там сидит? Грустит, который ждет меня, чтобы я ему сумку принес. Ну, вот он. Давай. Так, возьми. Беру. Так, траву, наверное, выкинем. Все. Поболтать хочет. Да, я уж надеяться перестал, что ты вернешься. Думал, пса моего увел, а меня помирать оставил. Спасибо тебе, друг. Сейчас я немного подлатаю себя. И ходить уж точно смогу. Встретимся у моей хижины ниже по ручью. Я покажу тебе лучшие товары. Ниже по ручью. Подожди, вот ручей, да? Ручей течет сюда. Твою налево. Ай, сматываемся, короче, ребята. Ниже, блин, по ручью. Босоногий Джо бежит, ё-моё. Так, ну что, давай, может быть, на карте покажут его хижину? Или она действительно на этой локе? Слушай, она действительно у него на той локе. Угу. Тут что-то у нас с тобой... Задание какое-то, смотри. Видишь? Не завершено. Ладно, бежим до дома, до хаты, ребята. Сейчас я мясо отдам собакам. Пускай они кушают. Сам, я так понимаю, ничего пока сделать не смогу. Не скрафтить ничего. Брони нету, как бичара. Оружия нету, брони нету. Гвоздей так и не нашел. Так нифига себе, найди гвозди. Они-то сказали там мне. Так, где у меня псарня-то? Так, это огород. Даже семян нету, ё-моё, чтобы посадить здесь. Так, пёся, радуйся, радуйся. Я сейчас тебе... Опа. Во, на 15 часов, нормально. Фу, друзья мои, на 2 дня их питание нанес. Нормально. Так, теперь я пойду, наверное, сбегаю к шерифу. Могу что-нибудь здесь? Нет, не могу. Так, единственное, что я хотел сделать, это выложить. А вот это что такое? Обеззараживающий набор. Борется с заражением. Можно сделать аптечку. Ага. Ладно, я пойду к шерифу. Уши я взял? Взял. Сдам ему уши, посмотрим. Ну вот мы и на месте. Так, шериф, бро. Или здесь надо сдавать? Наверное, здесь. Так, обмен. Хотел вырезать человечка, но получилось вот это. Давай, наверное, припарку возьмем, да? Ягодный компресс. Что? Тут нужны, ребята, вот эти вот клыки гигантские. Выберите одну из... То есть мне нужно их сделать, и только тогда у меня плюс один появится, да? Ага. Так, к делу. Репутацию, когда мы у него набьем, с нами поговорит этот индеец. Наверняка что-нибудь нам предложит.
Короче, ушей очень нужно много, ребята. Ушей нужно много, плюс еще нужно... Я не знаю, тут надо крафтом. Ё-моё, это что? Что это? Выбор сложности. Теперь ты можешь выбирать уровень сложности прохождения локации. Чем выше сложность, тем больше добычи там можно найти. Да, конечно. Меня и на этой-то сложности бомбашат. Почем зря. Какой еще выбор уровня сложности? Нет, если бы у меня, конечно, были бы супер-пупер шмотки, да? Супер-пупер оружие, конечно бы, я бы подумал бы, да, действительно, надо выбрать посложнее уровень, потому что слишком легко. Ну, главное, песик у меня 2 дня, ребята, будет сыт. Так, что я хотел? Че вообще сюда пришел, а? Я пришел, ребят, сюда, наверное, для того, чтобы закончить эту серию. Да. Закончить эту серию и обязательно увидеться в следующей и продолжить играть в эту игру. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.